Мы живем в России. Наш герб – двуглавый орел, могучий и гордый. На его груди – Георгий Победоносец. Он пронзает серебряным копьем злого дракона. Флаг России трехцветный – белый, синий, красный. Столица России – Москва. Наша страна – самая большая в мире. Среди народов, живущих на ее просторах, второй по численности – татары. Они живут в Поволжье, Приуралье и в Западной Сибири. Татары – народ с богатой историей и тысячелетними традициями. Издревле они умели обрабатывать металлы и делали из них замечательные украшения, посуду и оружие. По праздникам на Майдане, ну, проще говоря, на площади, они любят бороться на кушаках. Кореш эта борьба называется. А самый сильный борец получает звание батыр. Батырами называют и героев волшебных сказок, которых у татар превеликое множество. И каждый из них как драгоценный камень-самоцвет. Соловей! Соловей! У одного богатого купца был соловей. Ничего не жалел купец для своего соловья. Ни чистой родниковой воды, ни отборного зерна, ни золота на клетку. И купец, и его маленькие дочки, похожие как две капли воды, очень любили своего соловья и просили его только об одном – пой! Да ведь тебе живется у меня лучше, чем на воле, любил повторять купец. Да он и вправду так думал. И вот собрался однажды купец в далекую заморскую страну. Еду. Что вам привезти? А тебе чего? Там, в той далекой стране, есть у меня брат. Передай ему от меня поклон. И скажи, что я жив, здоров, живу в клетке и ни на что не жалуюсь. Передам, передам. Oh, sur la
сродни моему соловью. Послушай, соловей! Твой брат прислал тебе многое множество поклонов. И просил передать, что ест сытно, пьет сладко, живет в золотой клетке и всем доволен. А что ему передать? Зря я ему о брате напомнил. Да что уж теперь. Же ты, что передать твоему брату? Передай то, что ты видел. Ну, кому подарки? Был, видел, передал. А вот тебе ответа не привез. Твой брат, как только я рассказал, как ты живешь, упал замертво. А когда я отнес его и бросил подальше в кусты, он ожил и улетел. Соловья нашли мертвым. Hello.
Хозяин? Эй, хозяин! Ты! Спасибо, хозяин. За что? Что привез мне добрый совет. Сигане я